В мастерской на полке стояли старые вещи. Вещи моего деда. Он был лесником, он тот короб, который тут написан, он вообще со своими руками делал. Книги «Жития святых», самовар, который мне отец подарил. И эти все вещи как бы старые, они меня впечатляют. На них есть налет истории какой-то. Они красивые. Солонка, перечница, стакан, баранки. И в какой-то момент я посмотрел, что внизу на столе у меня в принципе те же вещи лежат, но современные. Пластиковый стаканчик, бутылки пластиковые. И они перекликаются, получается, сверху. Ну и вот такая идея возникла написать именно натюрморт про связь времен. А вот в наше время говорили родители нам, а вот в наше время я сейчас своей дочке говорю. И вот это наше время, и наверху наше время, и внизу наше время. Это все захотелось как-то связать в одном натюрморте.